Видишь, Саша? Вот, иди! На центральном стадионе в Одинцове проходит открытое первенство по футболу среди молодежных команд. Показать высокий темп игры и спортивное мастерство приехали спортсмены со всего округа. Первый этап турнира – это мы будем проводить в составе 4 команд. Пригласили спортивную школу Одинцова 2 команды, спортивную школу «Старый городок» и футбольный клуб «Одинцова». Все это молодые люди. Ну, от 18, будем говорить, до 35 лет. Мы проведем это первенство и закончим первый этап. Организаторами турнира выступают Федерация футбола, Комитет физической культуры и спорта и Общественная палата округа. Каждая команда в ходе первого этапа сыграет по 5 игр. Для проведения первенства созданы все необходимые условия. Ребята играют на стадионе с подогревом, отмечают организаторы. Спортивный праздник, турнир, проводится впервые. Первым будет считать тяжело, но очень надежно. Это история города, это история округа, история футбола. Поэтому я вам желаю всего самого наилучшего и только всегда с вами. Второй этап зимнего турнира пройдет с января по апрель месяц. В нем примут участие 8 футбольных команд из Одинцовского округа. Завершится первенство финальным матчем. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».